Так точно, Ваня. Тёма, они Ермака схватили. Надо поближе подобраться. Если подберешься поближе, я их отвлеку, а ты деда вытащишь. Артём, попробуй через яму. Только осторожно. Ермак под охраной? Что такое? Чего лежишь? Убит! Тревога! За ящиком, кажется, кто-то придет. Вижу противника! Тебя заметили, прикрываю! Надо от них как-то избавиться. Артём, рядом враги. Человек, кругом полно охраны. Надо с ней разобраться. Молодцы вы, добрались все. С вами все в порядке? Да, дочка, спасибо. Так, времени мало, скоро охрана вернется. Я на паровоз. Он вроде как подготовлен. Вы давайте наверх. Тёма, бежим. Включите поворотный механизм. Ну и по сторонам посмотрите. На шум вся база сбежаться может. Давай же, Артём, теряем время.
Тревога! Всем группам немедленно в ангар! Мать вашу! Паровоз угоняй! Выключайте генераторы! Генераторы выключайте! Давай вместе! Машиниста? Я не понял, что значит в расход? Не лезь в свое дело! Это ты не лезь! Сейчас полковник тебе все разъяснит! Товарищ полковник, тут такое... Папа! Ребята! Это мы! Помогите! Аня! Какого черта? Артем! Ребят, вы что тут делаете? Вот так добрый вечер! Полковник, это трибунал! Всем вам! Так, всем заткнуться! Невероятно! Невероятно! Черт! Так это правда? Ты на них работаешь? Они в Артема стреляли! Как вы тут оказались? А, впрочем, не важно. Ты не представляешь, во что вы влезли. Теперь куда ни кинь, всюду клин. Ганза, этого так не осталось. Наблюдатели не позволят. Нет уж, я не замолчу! Зачем нужна эта глушилка? Почему они скрывают, что Москва не одна? Товарищ полковник, да, какая глушилка? Люди из других городов! И так, тут и всех женщин, потом детей! Потом объясню! Все потом. Отец, что там по железной дороге впереди? До 101 километра дорога в норме! Безопасная стоянка недалеко найдется? Найдется! Только торопиться нужно! Они крейсер вызывали! Значит так, мужики, Артём, Санька и моей сейчас такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя, а то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока все не уляжется. А вы оставайтесь. Слышь, майор, мои люди к недоразумению на глушилке не отношения мне решать, не имеют. Я нихера не понял, но за ребят буду драться. Конечно, Артём, Аня, это же наш... их не бросает. Если не мы, то кто? Ладно,
спартанцы! Тогда этих за борт и полный вперед! Артём, пошли выйдем. На свежий воздух. Спасибо ребятам, что поддержали. Им ведь он, похоже, тоже ничего не говорил. 20 лет мы сидели в метро, считая, что весь мир сгорел во время войны. А на самом деле Москву просто отгородили кольцом радиоглушилок. Красота! И пока ты ходил с этой рацией и хватал рентгены, отец просто врал! Врал тебе, мне, да всем вообще! Всему! Остановите локомотив и выходите с поднятыми руками. В противном случае будет открыт огонь на поражение. Ох, сука, сколько же на нем брони навешано. А пулеметов? Ну что, доволен? Ты этого добивался? А при чем тут он? Это ты все Последнее предупреждение! Немедленно остановите локомотив! О, черт! Ты как? Порядок? Царапина! Все, все! Останавливаемся! Но тормоза тут ни к черту! Ермак, начинай избавлять ход! Пусть думают, мы послушаемся! Есть. Это ты правильно решил тормозить! Сразу видно! Разумный человек! Гранатами мы только краску поцарапаем! А если изнутри? Взрывчатки маловато! Разве что всю втопку им засунуть! Давай, полковник, разрешите мне! Добровольцев здесь назначаю я! Пойдет Артём! Почему Артём? Вот эту кашу сварил, ему и разгребывать! Артём, как притормозим, прыгай! Стой этого пока отвлеку! Ты что ли, Яков Борисович? Я! Некуда там ехать, Мельник! Ты не бывал дальше, а мы бывали! Так мы просто отъехать решили, от эмоций лишних. А вы сразу стрелять начали. Остановлюсь, отпустишь? Я уполномочен задержать и передать органам, сам понимаешь. Это дезертирство, предательство! Ты охренел, паскуда! Меня предатели! А если не предатель, куда паровоз гонишь? Прогуляться решил? У меня одно объяснение. Если не остановишь, значит завербовали тебя. К хозяевам, значит, бежишь. Решили уже все, да? Нас даже до трибунала не довезут. Ты мне зубы не заговаривай. Что вывозишь? Карты? Оборонные планы? Нашими жизнями тебе пенсию на солнышке купить хочешь, сучара старая? Планы? Предатели нас! Мы вам столько лет служили верой и правдой! Кровь пилили! Врагу продался! Они нас дотла! А ты? Я всю свою жизнь служил и служить буду! Всегда! Я сдохну, если надо! За родину, за людей, понял? Но не ради тебя, Снида! Thank you.
твою уже не как дезертира, как собак бешеный! Пулю из кювет! Лично тебя пристрелю и не в затылок, в рожу твою! Котина кровавая! Оставить по-видимым! В решето их всех! Огонь! Огонь! Артём, скорее, так сейчас клочья разнесу! Не просто предатели, а самые настоящие вражеские диверсанты получаемся. Мы стоим сотни километров от Москвы. Стоим и проверяем дозиметры, потому что все они показывают почти нормальный фон, будто сговорились.
Но эта потрясающая новость никого особо не радует. Ребята не понимают, что делать дальше. А лично я жду ответов на вопросы.